Не привязывайтесь к дате, когда разорвет вот так стрелку. Вот тогда вам копать чеснок. Чесночок получился, ну, шикарный. Корневая, смотрите, какая. Вообще просто прелестный. Большой. Весь такой. Будьте с ним ласковы, не долбайте друг об дружку. Полежит вот в тенечке, а потом в пучке. Очень многие рекомендуют высушить чеснок на солнце. Это же так просто. Но это же корнеплод, который, посмотрите, насколько глубоко он спрятан в почву. Вот это все было в почве. И вам же в голову не приходит почему-то картошку разложить, посушить на солнце. Или морковку, вы же на солнце не выкладываете. Это мое личное мнение. Я считаю, что ему нечего делать на солнце вообще. Сушиться нужно в укрытии, как вы сушили, высушивали бы для себя какие-то полезные травы. Это я заматываю в такую пластиковую веревку. Большие пучки не вяжу. Раскладываю их так, чтобы воздух был, чтобы они все на разном уровне лежали. В общем, правило одно. Никаких правил. Вяжите, сколько вам хочется. Подвязывайте, как придумаете. Хоть по 3, хоть по 10. Как вам по весу и как удобно. У меня вот такая конструкция. Вот такие петелечки под крышей. И вот каждую из веревок я занимаю на определенную высоту, чтобы они примерно все вот просвечивались, проглядывались. Солнца здесь не бывает.